Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Четко на холе пало, это 2% хосты. На поглот, на щит. Перчичек прокает постоянно. Да, только у тебя, блядь, нету 4-4, ебать тебя. Не, он нахуй. А, ну действительно, понял. Сколько у тебя сейчас хосты? 1300? Штука 100. Сколько ты говорил? 400? 1300? Господи. Нет. Штука 100. Да, блядь, я люблю нахуй. Чё за утренние рейды? Алло, блядь. Я понимаю, у вас, конечно, ночь, блядь. Этот за ачивкой. Первый на сервере CLK HM. Резку закроем. А-а-а, нихуя. Да. Если что, слева еще одну пачку трэша надо захуярить, которую сейчас патрулем сюда пизду. Так, давайте тогда пока поиграем по трэшу, пока ищем Редруида С. Танки, бежит трэш, куда вы? Танки, сзади бежит трэш, там где был первый, забирайте. Захуярьте все вместе агрессора, потом как будете. Эх, блять. Есть авто в РСК вообще не был. Хотя бы 25-кой. Я топ на десятке был, я уже говорил. Нихуя не получается. Отлично, на самом деле не супер много. Чисто уроном отличается и все. Да. Ну и тьмой. Так. Два лезвия вместо одного и урон. Не надо больше нам нихуя. А, ну вот этот патруль, да. Не будем взять на учебность. Да, не могу раз. А вы чё, кстати, это... Хэм трайли? Что? 25-ку. Да-да-да. Сколько пулов дали? 6, по-моему. Потом забили, в ЦЛК пошли. Смена материальности 5 секунд, да? По-моему, да. По-моему, 5. Мне вот интересно, в десятке так же будет? А вот хуй знает, я в десятке не был в Раске. Особной. Ну, в смысле, в десятке. Я хз.
Так, какой трэш дальше? А, все. Больше трэш не надо. О, так, так, так. Что-то не вкуриваю по составу, что там? Получается ДК. А кто второй? А, паладин. Паладин. Давай тьму во вторую патию закинем, свет в первую. Тот ДК у нас получается уходит во тьму танчить. Аршам хилит тьму. Велизар дамажит свет. Рога во тьму. И хули вот так вот. Нам один ДЦ нужен. У нас аудиторику свет вот так вот, вот так у нас получается. Эрдру не подойдет? Кто? Эрдру. Подойдет. Эрдру, да. Окей, тогда на случай, если мы Эрдру найдем, у вас бомжи свиток есть? Это ДЦшный на ХП? Да, думаю, не проблема слетать купить, если что. Ладно, это купим потом. Да если что, лук есть, слетайте на луксон купиться. Либо я слетаю, куплю. Ну потом. Поставь. Да, порт. Да, да, конечно. Поставь порт, пока в Долоран там можно. Ну, а если Эрдру найдем. Да в любом случае масло надо. Тут масло, масло, блядь. Болтара будем. Убьем. Убьем Болтара сейчас. Я думаю, лучше подождать хила дополнительно. Потому что тут танков ебашит. Так, тогда может пока весь трэш зачистим? Ну, нахуя. Нам мы зачистили все, что надо. Остальное это лишнее. Баловсу уже. Давайте, пожалуйста. Офига. Я не ебу, нужно им Т4. Нет, я просто напишу 255+. Либо одного ДД в ДД, я тогда пойду похилю мистер Шама и подиспелю во тьму. Хуёенький, наверное, батя в десятке хватит. 25, может, не вылезу. Так, говоришь, похилить можешь? Да. Просто тут есть маг, по-моему, 258 или 260, что такое. Ну, бери. Но лучше вам бы ШП какого-нибудь свет. Чтобы у вас меткости было или само. Если мы берем мага, у нас два хила, разве нет? Я, наша сова, я ухожу хила, ухожу по тьму. Припаузишь? Все, понял. Так. Пельмень, на хулипала зайдешь? Нет, я пойду этим людям. Угу. 266, да. Так, помнишь, он больше 260. Это Даркус. Бафни эти кулаки, кресты на всех. Ну что, сумончись, дай ему дискорд. Два балла. Кресты повесить бы. Было бы супер охуенно. Так. Писать, что маг Зандалар. Зандалар, да, это, конечно, круто. Мне еще долго, я сейчас хантом хочу уйти в Орду назад и тоже Зандалар отзамить. Так, лог, братишка, не обессудь, я на мага буду кидать МХ. Надеюсь, не обидишься. У нас первая патия свет, вторая патия тьма пойдет. Так, рыбку поставил. Так, крест на себе не вижу. Кто из миликов раньше был 10 хм? Рога был. Это будет. Рога был. Ну, я сам во тьме буду, поэтому на меня я на себя метку поставлю. А в свету кто будет из первой пати? Кто раньше был в 10 хм или в 25 хм убивал, кто знает, что делать надо. Метку поставить так, чтобы у вас ордады мили стояли. Да вот там не метка уже, в принципе, стоит.
Ну хорошо. Только смотри, стой не в ебенях, так чтобы если мелькие. Да, да. Да я-то шарю. Ну все, во тьме в квадратике будут стоять. Лог, да, первая пати свет. У нас нету милик, у нас. А, ну Холли пал. Единственное, напомните мне, какое отличие у вас в свету, раз здесь хайм от обычки? Протопал. Протопал у нас в свету. О, заебись. Отличия нет, только урон. Отличиями только урон. Ну и во тьме два лезвия, все. Первая пати свет, да. Блин, ну это изи тогда. Я, короче, ауру от огня... Я это кстати, изи, если танк во тьме шарит, что делать? Я надеюсь. Я, короче, я сапрот выпью и ауру от огня поставлю в свет. Это имеет... Если это говорит, кто говорит? Холипал? Это протопал. Протопал, дрот. Поставь холипал ауру от огня, протопал, поставь ауру на броню. Давай. Там все равно не дамажит АВЕ постоянно, и там от третьей ауры нет смысла. Да, конечно, расскажу. А у тебя что, микрофон выключен? Пейте ДД фласки, ребята. Особенно да, да. Пейте ДД фласки. Тут нужен ДПС. Нахуй настой сопротивление. Настой сопротивление только если хилам. Во тьме. И только так. Если во тьме. Ну, у меня есть волшебное масло, а вот на урон у меня нету на ред, на плодение. Ну, слетай, мы тебя засумаем. Да-да-да. Есть у кого это, мадзиген, дай на урон. У тебя же по-любому есть. Сейчас меня кидай. Единственный вопрос, зачем тебе на танке ДПС? Не это масло. Не, мне похуй. Это... Да, блядь. Не, мне не масло надо, масло у меня есть. Погоди, а что ты еще раз? Банку на... Есть? Настой титана? Да-да-да, или какой там. Я просто его даже не юзаю нафиг. Угу. Сейчас, потом отдам. Я надеюсь, тебя не сложат. Ну, саппорты танка где-то неплохо, потому что 50% ДПС, который влетает в танков, это дыхание дракона. Да. Так что саппорты на танков это неплохо. Остальным нужно СПД. А, ну все тогда. РДД, наберите заранее рендж. Ну, просто шаман, заранее это наберите рендж. Я же не гильдмастер. Я рейдер обычно. Ганквест, станешь сверху? Да, да, конечно. Танки умеете катить, если что, чтобы лишних пиздюлей не выгребать? Нет. Следим за квадратиком. Смотрите, пули тебе, болтара. Даю... Подожди, я объясню танкам, как если что, пиздюля лишнего не выгребать. Следите за квадратиком. Смотрите, пулите болтара, ждете его, спускаете вот сюда. Вот, разворачиваете, поставите, стоите, кто он у нас? ДК, получается, Дромс. Дромс меня видит? Где он? Видишь, смотри. Он начинает расти, ты отходишь. Причем отходишь так, чтобы он стоял на месте. Стоишь на максимальной рендже его атаки, но так, чтобы он не двигался. Как только он начинает крутить, старайся стоять на максимальной рендже. Если он чуть-чуть подойдет, ничего страшного. Это помогает тебе доджить урон от крутилки нахуй вообще. Как только он начинает уменьшаться, сразу же подходишь к нему после вихря. Подходишь к нему, в принципе, под кружочек его, вот этот вот фрейм внизу. Он уменьшается, у него уменьшается фрейм, уменьшается радиус атаки. Тебе не надо будет потом отбегать дополнительно. В общем, стойте на максимальной рендже его атаки всегда, и вы от вихря урон получать не будете. Да, я без циркуля. Ты на каком сервере играл? Да, Brainstorm какой-то, блядь, X10, наверное. Я на пол дал агре, пожалуйста. Кстати, кто я там, да хуя где-то. Так. О, охуенно. Отойдите назад. Милики РДД, отойдите назад, пускай слоит нормально поставят. Все, отошли назад. РДД хилы сразу же рендж набрали. Все, милики, поехали. Рендж набрали, чтобы болтар не рос. Все, он не растет, стаков нет, урона нет, молодцы. Не дамажит нихуя вообще. Не пробивает, потому что не попадает. И стаков, ну, 30 стаков такой, это хуйня вообще. Забирай второй танк.
Забирай. Блять, не того забрал. Бегу. Перетаунься. Блять, мне пизды почти сломал нахуй. Раньше набрали, не стоим рядом друг с другом. Так, Дор, далеко не съебывай, тебе хилы не достают. Куда ты упиздил? Я повернул, Вторую копию лови, Дорт. Дорт, лови вторую копию сейчас. Я за тобой ухожу, я помогу, я тебя хилю чисто. Все, и уходи, Катя. Забери, забери на себя, держи. И съебай в закат просто. Катя их. Их мразь просто. Так, я их еще не убивал. Все, Катя, 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 я за тобой я бегу, понял, я тебя понял. Хилю. Так, я их еще не убивал. Все, вот. Это слишком просто. Дайте бичи простые, блядь. Эмоции, как будто Джайна убивали. Так, сниму я, канаху травидная, блядь. Я думаю, хули на тебя мобы бегут, блядь. Все, давай отчёт, поехали. Роги, яд анестезирующий есть? А то будем захиливать. Да если что, мы сейчас три хила. Не, погоди, ты про нейтрализующий? Так, слушай, Сова, можно я тебя пока в первой пати перекину до Халеона? То что-то, блядь, без совы нахуй, пиздец, блядь. Хули того, я сейчас в полине пока. Ну ладно, давай спекнусь. Я ж выставил. Тут, блядь, на вот этих мини-боссах, типа, спокойно, можно, нет? Сейчас я ману немножко отопил. Анестезирующий Рога, который иступление снимает. Искупление. У меня нет. Ну, по-моему, у Дьюса... Дьюс есть у кого-нибудь? Ну давай, покупай. Ну да, я не уверен. Да не знаю, как будет ну, пробивать, как? Но типа если упадем, будет хуёво. Вон возьми. А приставанки разве есть? Купил кто-то? Маунта надо поставить. Вон он стоит. Вот, поставьте маунт. А, воу, маунта есть. Так, сейчас найду. Где он? А, во, нашел. Спасибо. Все, намазал. Давай отчет. Даю обратный отсчет. Пулю на первой секунде. Точнее, прием прихода на первой секунде. Только после отсчета начинаем пулить. Влево не выбегайте, там трэш стоит. Я даже не взлетит, конечно. Чё там в Годфазере до сих пор тот же ГМ? Нет, там же Варнер. Кто-кто там ГМ? МХ уже Варнер, значит, повестка пришла. Нихуя. И кто ГМ? Да хуй знает, на Добуди, по-моему, скинул. На Добуди, так кто, я что-то забыл. Ну, не знаю. Если ты не знаешь, я не знаю, как тебе объяснить. Ну, блять, я же забыл, блять. Ну, я помню этот ник. Так, перед Халеоном поставите шкаф, я слетаю, а то что-то у меня пиздец по ресурсам. На ком? 4 припота осталось, крит-пота. А. И еще не забудь свитки на стамину купить. Блять, если хватит, клю. Все, погнали. Ну что там по рейдам? ДК на боссе, паладин пособираешь трэш с двух сторон. Угу. В одну сторону тарелку, во вторую лужу разливаешь и собираешь. Те, кто не умеет доджить фир, стойте под боссом. Ну, как появится, а? Сразу как появится. Трепет работает на этот фир, я что-то не помню. Тоже не помню. Антифир точно работает при стоске. Не работает нихуя. И кстати там давай во время каста, он не будет убегать никуда.
Привет, Пашка. Давай сейчас попробуем в одного хила во тьме, а потом посмотрим, как он справится. Я что-то думаю, сразу не вывезу. Стопудово. Ну, не, ну попробуем, и... если он как в обычке вьен, блять. Ну как бы если метку захиливать и танка. Не-не, вот там будет, если на хила вешается метка, то там пизда сразу. Ладно, давай два хила, я пойду возьму. Да, лучше два сразу, конечно. Там все равно свет пока бегает, тьма. Я тебе гарантирую, мы вдвоем заебемся хилить. Я уверен. Я знаю, я так понимаю, ты тоже из танка пришел, так что. Да. Ну я на X1 играл. По твоему оптимизму я понимаю, что ты опытный. На X4 здесь первый раз в РСке. Ну, на X2 я проходил. Так, я сейчас летаю до Долорана. Лети. Сколько свитки стоят на муке? 200, кажется, или 160. Че, одна штука, что ли, блядь? Да. Ну, я хз, я не помню. Да хуя что-то. Да, что-то понял. Может, он наебал, блядь? Просто в голову взбрело, сказал, блядь, 200 голосов. Подобные цифры, блядь. Либо он сам их продает, блядь. Да у меня где-то лежали, да, нахуй, в ГБ эти свитки, блядь. Давно еще, со времен НАКС. Ну, дойдешь до АУКа, скажешь, сколько стоит. Ну, когда я последний раз смотрел, там 100 плюс голды было. 150, кажется. Это пиздец, дичь, конечно. Лучше здесь барабаны, которые 200 голды, 50 зарядов стоят. 34 стоит, 100. Нормально. Ну все, с ума не сойдем. Миша, Миша. Холипал. Что-то еще надо было, да нет? Нет, вроде бы. Забыл. Можешь критануть 5 раз хилом? Флешкой, например. Так, что еще? Приплоты взять, ёпта, точно. Так, еще разок. О, спасибо. Крутой, крутой чел. А что, нельзя, что ли? Мой класс и так в говно понерфили. А чем мне еще если остается? Если что, смотрите за своими так. Пати. Первая пати в свету, вторая во тьме. Посмотрите, пожалуйста, как за собой. Так, все дал вроде. Еще? Так, по сути, тактика меняется только из-за того, что во тьме 2 луча и дамаг. Ну, да? тут нельзя слагать. Тут если один умирает, это вайпрыда сразу. Во свету тут нихуя не меняется. Да, конечно. Метеоры, метки, вся эта прочая хуйня. Главное, чтобы маг диспелил нахуй, не хулипал, блять, вот и все. Самое важное, ребята, что вам сейчас надо запомнить, это то, что вы носите, блять, метку всегда к стенке, нахуй. Ни посредине рейда, ни под хвосты сразу с диспели. Метки отражаются в двух мирах одновременно. Там, где вы диспелите ее во тьме, она отражается в свету. И та, если вы вынесли чуть-чуть подальше от свету из диспелли, она может вайпнуть рейд во тьме. Поэтому метки выносятся строго к барьеру и потом диспелятся. Строго к барьеру. Маги не курсят эту хуйню? Конечно. Маги, друиды, паладины, присты могут это диспелить. Либо шаман, если вкачан, ну, собственно, рестор. Ну, сам тогда подиспелишь сам или тебе помочь? Ну, это самое. Ну, лучше ты, потому что ты все-таки ходки, а я волну иногда в танка буду. Окей, хорошо, я подиспелю. Я подиспелю. Так, танк. Протопал, вешаешь шелду на себя постоянно. Вот отсюда заходишь. И сейчас, что вешать? Сейчас. На свою шелду, щиток свой. А, ну это я кидаю. Ставишь его... брюшком к нам. Соответственно, в принципе, все. Так, типа 5, чё? Будет приятно. Это... Ну, блядь, ну да, что поделать. А, редарку спавни кулаки МП5 на всех. Поставьте рыбу, пожалуйста. Я же как-то я же бафал кулаки всем. Кушаем рыбу.
На ком нет кулака? На рота пали, но это пофигу, в принципе. Не, это не пофигу, это важно, потому что агро будут срывать. Давай тогда вместо каски, а я на тебя каску повешу на 10 минут. Ну, давай так вот сделаем. Дай, пожалуйста. Блять, у меня что, барабаны не работают, блядь? Дай лапу, пожалуйста, я просто лапу почему-то на себе не вижу, блядь. Есть лапа, на всех лапа есть. Стоп, до одного не достает кто-то. На одном что комплекте. Что за хуйня у меня забагалась, походу. А, на мне лапы нету, я говорю. Почему у тебя лапы нету? Найти точечную сейчас с книжкой там. Свитки покупал, поэтому лапы нет. Лок, лок, дай, пожалуйста, огурцы. Уже действует более мощное заклинание на тебе. О, спасибо. Ой, блядь, более мощный-то лапы. Ну вон, дух может вот этот, который... Дух повыше на 80, может это залупа? Давай, давай, еще раз лапа. О, все, да. О, о. Плюс 50 ЕП, нахуй. ГЦ. У нас гильдия консул лут. Так. А, да. Слакал? Консул кайф. Так, все покушали? Чена готова. Даю обратно отчет. Эти нас на одного ретикова тебе. Ну, будем хилить. Подождите немножко. Встаньте все в квадратик. Все в квадратик встали. Милики, вы достанете из квадратика. Блять, а шутка нахуй какая-то. Даю БР сразу. Че на 8 минут? Вставай. Что там делал, Рога? Добавьте Рога, Рога вынес. Под хвост. Под хвост понес. Что, диспел по... Блять, отошли, в квадратик все отошли. В квадратик. Ты, блядь, шутишь нахуй? Не, я сначала обосрался, сорян. Ну, похуй, посмотрим, сейчас понюхают пацаны. Смотрим, вторую фазу. Потом. Понюхают, блядь. Да, пока до третьей фазы это не критично, а минус один. Дальше, дальше к стенке прям. Метки выносятся первая, третья, под хвост. Перед метеором. Перебежали. Метеор, перебежали. Может, перебежали, перебежали все. Ну, выебись, мужики, блядь. Ну, за агрою еще вас учить следить. Ну. Деус выбежал. Назад выбежал к барьеру. Сам себя продекурсил. Все, в квадратике стоим. Бьем после пусть. До 70% добиваем, сейчас портал будет. Сейчас посмотрим, что танк может. Который во тьме. Танк, заходишь во тьму, поворачиваешь его мордой на портал, через который мы заходили. Заходи во тьму, поворачивай мордой на портал. 3, 2, 1, рейд зашел. Отворачивай, отворачивай, блять, мордой на портал, в который мы заходили. Рейд стоит в квадратике. Под дыхание прожимаешься по возможности. Смотрим. Разве еще не скоро? А я умер. А че вам этот? Холли Пал не зашел помочь. Холли Пал, наверное, должен оставаться. Перебегаем. Я не знаю, не вижу, что происходит, поэтому не могу сказать, как лезвие стоит. Шаман, можешь чекнуть, как лезвие стартанули, если они стартанули уже? Чё стартанули? Как лезвие стартанули по позициям? Между там... деревьями, между как? А, это я не смотрел. Да они как обычно, блядь. Меня первая же метка захуярила. Умираем. Просто попал. Рейва не ставьте, я поставлю. Блядь, я думал, я дал на пул, оказывается, он не дался. Сорян, извиняюсь. Сейчас я рыбу поставлю. Во тьме, блядь, на хилах сапрота, пиздец, как нужно. Лучше сапрота во тьме на хилах выпить. Могу дать. Есть еще 4 штуки. Так, поставлю сейчас мамонта, починитесь.
Рога, вставай быстрее, пожалуйста. У тебя не время. Итак, уже 4 дня. Ну, вообще, спиной к любому из четырех деревьев стоять, если там, по идее, должны быть... Да, 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 плюс-минус так и должно быть. Там чуть-чуть левее или чуть-чуть правее, не помню. По-моему, чуть-чуть левее надо стоять. Там как то бы есть, это микро, это хуйня, это уже по шарам посмотришь, да выровняешь. Танк ДК, когда я говорю, поворачивает мордой на портал, в котором мы стоим, это вот на этот, из которого мы вышли. То есть поворачиваешь, вот мы зашли с той стороны, где трэш стоит, и ты его сразу же разворачиваешь на 180, ну не на 180, а на 120 градусов мордой в портал. А там уже команда будет как-то вернуть. Следи, чтобы когда таймер переключается с большого на маленький за 5 секунд до сфер, сферы должны располагаться у тебя ровно за спиной. Если они располагаются, значит ты стоишь крайне охуенно. Дайте, пожалуйста, стамину. Харал, да. Такой момент. Почему, когда я выносил метку, ты сказал под хвост, если ты сказал изначально рядом со стеной? Первая, третья метка всегда выносится под хвост. Понял. Да, не под хвост боссу, а, блядь, на 45 градусов от хвоста вот ну, сюда. Типа, не прям под хвост, а уносится в сторону хвоста. Туда. То есть смотри, вот где я прыгаю и вот где танк заходит. Соответственно, ты выносишь метку вот сюда вот. Все, понял. Чтобы под дыхание не попасть, перебежать потом. Почему я говорю под хвост? В том плане, что сразу же после первой метки начинается метеор, ты перебегаешь под хвостом, чтобы тебя не убило дыхание, и ты разлил метку подальше от рейда. Потому что после первого, третьего, пятого и дальше каждая нечетная метка, она кидается перед метеором. Понятно. Короче, буду в кончик хвоста вносить. Настой сопротивления нужен только тем, кто стоит во тьме. Хилом желательно только. Остальным все пьют СПД, ДДшные. Ну и танки, конечно, можно сопрот. 300 баф. Дайте, пожалуйста, 300 баф. ДК, намажьтесь, пожалуйста. ДК, можешь похавать. Рыбку похавай, ДК. Да, один похавал. Холик. Паладин на позиции уже? Беги на позицию уже. Пока он кушает, вот тебе каунтер. Я не хоту, нихуя, чтобы на меня не побежал. Красавчик, четко спорил. На пульте, если видите, что срывается агро, особенно лоб, все в квадратик встаньте, пожалуйста. Милики, 3 шага назад. Милики, 3 шага назад. Рога, 3 шага назад. РТТ все стоят, у нас хантов нет, у всех вот на метке стоят. Чтобы у нас не было приколов, что кто-то стоит под боссом и там метеор хуярится. Перебежали. Метеор. Падение метеора. Метку ставили. Смотрим, как лужа сдвинулись, в луже не стоим. Лужа бьет очень больно. Вынес метку. Строго надо. Рано диспалите. Попозже, пускай надо дайте человеку добежать до бока. Потому что так вы можете засрать тьму. Вы можете засрать тому, кто уносит метку во тьме. Перебежали. Перебежали, ждем, пока ударится метеор. Потом танк заходит. Отворачивай мордой в порт. Ну, хорошо стоишь, не отворачивай, стой так. Все перебежали в квадрат. Зашли и перебежали в квадрат. Вот дыхание, особенно первое, зеленку отдавай. Там смотрим, сейчас канквей вышел. И блинком назад всегда. Смотрим, 10 секунд лезвия, как лезвия станут первые. То есть тут таймер нахуй пошел, да? Тут нету. Таймер нахуй пошел. Тебя тоже сбился? Тут нету второго таймера, у меня вот второй таймер, типа. Вот у меня, да, он только сейчас должен был появиться. Заходим, умираем, ну все. По-моему, у меня был таймер. ДК, запомнил, как ты стоял сейчас? Как ты словил его? На 45 градусов в одну из сторон доворачиваешь, рейд под тебя подстроится.
Поставь так, чтобы рейд выходил не под ебалый босса просто и все. Ну и все тогда, изи босс получается. Там пацаны за ФК. Так, рыбку справа поставил, кушайте. Осталось нормально процентаж выверить, нормально метки повыносить. Больше тут нехуй делать. Если таймер не работает, то с начала второй фазы первое лезвие через 30 секунд. Ну а дальше... Это понятно, но тут просто вопрос, что у нас таймер, у меня таймер не переключился на маленький, как обычно, а сразу начался с большого, типа, в конце большого таймера сразу же пиздануло лезвие. Mm-hmm. То есть у нас, по идее, мы стояли ровно так, как по нормальному таймеру, то есть... У нас сферы ровно за спиной были в этот момент, и они нас как раз посекли нахуй. Ну, окей, минус 5 секунд к таймеру просто. Если что, следите за квадратиком, следите за руками. Стамину добавьте, пожалуйста. Да, сейчас. Бля, сейчас на меня полетит, у меня тут две охоты висит на рейде. С таунтом летаю, если не в диалектах. Спасибо, пацанчик. Я всегда с таунтом летаю. Правильно. В квадратике стоим, все в квадратике стоим. Если у тебя еще и символ. Метеор падает. Перебежали. 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 Смотрим, как лужа разливается. Если уходит рейд, сдвигаемся. Сдвиньтесь правее. Сдвинулись. Следим за агро. Агро не срываем. Да, мы все под агро. Бьет. Тут очень важно просто все... Если никто не умирает, босс крайне простой. Если нету смертей, то босс падает просто как шлюха. Смотрим 3 секунды падения метеора, и сразу будет портал. Ждем падения метеора. Отбежали, отбежали, посмотрели, как упал, как разлилось. Танк уже зашел, танк разворачивай, остальные заходим. Все, танк развернул, танк зашел, проходили танка, окилили, стали рейдом. Вот я смотрю, у нас 18 секунд лезвия. Шаман, я тебя покину. Там все диспелишь, можешь, если что. Не прохилю я тебя. Лезвие 8 секунд, 7. Чуть-чуть провес. А, не-не-не, нормально, хорошо стоим. Блять, я умер просто. Просто от непрохилю умер. Сотрелся лезвием и не заследил за рейдом. Надо наоборот был чуть этот... Сейчас танк нормально поставил, нормально стал. Но сарай сразу не посекло нахуй. Mm-hmm. Танк чуть-чуть сейчас подкорректирует и вообще идеально. Я с ошибочкой с шаманом. Шаман, сам себе диспель сразу же, как добегаешь до барьера. Да, я с диспелью. Быстрина была в КД, но это самое. Ты этот кинь омоложение, у тебя есть это. У меня и омоложение. Мгновенное есть у тебя быстрое. И мгновенку я на метке оставляю или на танке. Сейчас я перезайду в ВОВ, у меня слишком рано вошел. Осталось зайти и убить его. Блин, теперь я понимал насчет двух хилов в тьме, потому что в луже не стоим, нихуя босс нас не бьет, но половина хп отлетает просто так. Ну, я не шутил. Там не половина хп отлетает, а приблизительно вам капает каждые 2 секунды в районе от 1500 до 3000 урона, в зависимости от вашего сопротивляемости ко тьме. 300 урона в секунду каждому прокатикает. Ну, если у тебя сопротивление ко тьме повыше, то меньше. Ну, у нас, как видишь, нету бафа приста на... резист. На темный резист, да.
Да, но есть при этом лапка, там, допустим, есть Тейридар или еще и банк сопротов. Было бы охуенно, чтобы какой-то прист... стойте, дайте я пристом сейчас во второе окно зайду, просто буду заходить в рейд, бафать и выходить на тьму. Надо, чтобы кто-то тогда, ну, где-то перед входом бафать тебе. Ты же всегда не заползешь им. Ну, сейчас. На нужу выйди, пойдем. Не-не, все зайдите, все будьте в инсте и суманите сейчас приста, которого я засумали. Ой, которого я добавил в пати, все стойте в инсте. Суманите все вместе. Я дам баф, и пока не словил КД, выйду, забафаю друида и буду ебашить друида. Суманите приста сейчас. Главное его из пати не кикать, пускай висит там где-то 8-й пати и все. Потому что если кикнем с пати, то меня получится. Бафы пропадут. Да. Так, у вас бафы не исчезли там? Или все как-то это? Ну и все там. Все, поехали тогда. Закинь касочку. Да-да-да. На десятку. Да, да, да. Я закинул. 5, 4, 3, 2, 1. Так, стоп. В квадратике стоим, все в квадратике, так что я сам приблонил. Ждем падения, сейчас 2 секунды. Перебежали. Перебежи. Смотрим, как лужа. Правее стали, правее стали. А, ну лужа не мощно. Нормально разговаривается. Стоим в квадратике лужи. Тёра не будет, танк заходит. Ставь, 3, 2, 1, рейд зашел. Рейд зашел. Рейд стал в квадрате, Крис. Смотрим, сейчас первая меточка будет. Надеюсь, танк нормально поставил. Лок вышел. Диспел, хорошо. Лок, когда выбегаешь, всегда скидывай под себя портал перед выбеганием. Если не на лезвие, там очень жестко свою лезвие. Смотрим 5 секунд. Немножко в квадратик. Станьте в квадратик, станьте в квадратик сейчас. Блять, и прям. Прямо лезу. Сука. Короче. Короче, этот самый танк, ты без опыта, да? В РСке. ДКшник. Ты тут? Он без Диса? Он здесь, он здесь. Голос есть? Он походу тело покинул немножко. Давай я зайду, затанчу, найдите хила. Потому что это... Нет, братан, это так не работает, потому что это крайне сложно. Мы так тебя искали, хуй пойми сколько. Я бы сам зашел, затанчил. Да, Ршама, кстати, мы... Пока я тебе не написал, ноль Ршамов. Ладно, хорошо, давай попробуем научить. Вот смотри. Вот ты его озадачил какой-то залупой. На мой взгляд. Ну, не знаю, какую-то хуйню ему сказал, зачем ему крутить босса, что-то там делать, это зачем? Он. У него в голове полная залупа. Танк, тебе все, что надо знать. Вот когда босса спулил паладин, дай ассиста на войда. Сейчас я вам, блядь, разъясню нахуй. Вот сейчас я вам объясню. Для Геры очень критично положение босса в центре, чтобы он никуда не девался.
Сейчас две меточки еще доставлю и объясню. Вот, смотри, значит, этот самый... Метки те для того, чтобы ты понимал примерно, что босс находится в центре. Когда паладин его спулил... Так, паладин у нас бежит, если уж вы так привыкли, бежит со стороны звезды, да, допустим. Ну, между треугольником и звездой он начинает, да. И ты заходи, вот ДКшник, ты заходи со стороны звезды. А мы рейд зайдем со стороны этого... С той стороны будем, со стороны трусов, вот, 90 градусов, немножко кривовато поставлено, у меня что-то это ближе, то дальше, ну, в общем, я квадратом хотел поставить. Что тебе надо понимать, когда ты заходишь во тьму? Во-первых, ты не зыбку даешь перед нажатием на портал, во-вторых, ты когда со звезды зашел, у тебя босс, он всегда стоит в центре, тебя ждет. Если ты никакой залупы не делаешь, не крутишь, ни вперед, ни назад его не дергаешь, он у тебя как был в центре, так и останется. Ты заходишь и нажимаешь ЛПшку. Все, выбрал босса, начинаешь ротацию. Твоя задача, чтобы он не сдвинулся со своего места, где он стоит. Он всегда будет стоять в центре. Это в свету. Он напало, бежит, два шага вперед делает. Портал появляется там, где исчез в свету босс. Но босс во тьме... Если ты портал даже вот здесь, возле стены босса сделаешь, переведешь на вторую фазу, и вот здесь в портал зайдешь, то босс во тьме тебя будет ждать все равно в центре. Твоя задача, ДКшник, зайдя во тьму, не сдвигать босса с центра. И вот как ты стоишь в звезде, так и стоишь, жди. Лезвие будет слева-справа, то есть ты спиной к дереву, к любому можно дереву, как удобно. Самое главное, не сдвигай босса. Ставь его всегда мордой, короче, вот на это дерево, вот, как тебе на звездочку. Со стороны звездочки заходишь, и в звездочку же его мордой делаешь. Дим, поешь, пожалуйста, рыб. Рейд становится в трусы, потом сразу же нажимает на портал. У вас есть 3 секунды после того, как зашел танк. Таким образом вы не попадете под дыхание. Батька петель запускал. Это резко слетело сейчас. Давайте вот стоим. Танк перебегал. Перебежали, кружочек камп. Смотрим, лужа в рейд идет. А, нет, мимо, в танке пошли. Тут метки, я так понимаю, сопротивление летали пусть. Там всего здесь были. Смотрим, сейчас 2% и фаза будет. Падение метеора только одно сейчас. ДК, не спеши, перебежали. Ты из звездочки заходишь, ДК, из звездочки, трусы для рейда. Рейд уже не сможет в трусы зайти. 3, 2, 1, рейд заходит, рейд становится в ромбик. Ваша метка квадратик. Пускай будет так, там так. Пойдет. Пять секунд слизи. Отлично стоим. Отлично стоим. Двигаемся. Ну, блядь, ребят. Метки. Потом сзади стоял. Да, я в хиле, конечно. Тебе тоже в хиле тяжело, да? Смотреть за всей хуйней. У меня это даже далеко, блядь, не мейнспек. Да, у меня смотрел. Та же хуйня, нахуй. Я в хиле хуже всего релю. Я всегда танчил, блядь.
Надо, чтобы кто-то не еблан какой-то, блядь, был с меткой. Не мы два хила, потому что у нас это не мейнспеки. Какой-то нет, человек... Так суть-то в том, что мы не умерли. Там, блядь, чуваки не в метке стояли просто. Ну, надо, чтобы... В печеньке стоит. Можете в печеньке стоять. Ребят, вставайте быстрее. Кстати, удивительно, что метки проецируются и во тьму. Прикольно. Да. Ну, оно типа в одном месте же все находится. Там как-то этот... ГМ, короче, заходил, он типа два халиона видел, блядь. ГМ, нахуй. Там лупятся, потом два. Пельмень, у тебя рыбка есть? У меня закончилось. Я поставлю. Я уже думаю, нахуя на это согласился, блядь. Я с собой шел. Ну прости, мразишка. Забатил на хуйню, да, получается? Ну пиздец, блядь. Ну, погнали, что будет. Пацаны, следите, пожалуйста, сами, как залезем. Мясочка, дай. Пел. Да-да-да. Пиздец, ласт припот остался. Ебать, ты же ходил их покупать. А у меня было 500 голды. Я еще свитков ебаных взял. Это миллионер. А, блядь, да, за пристань зашел, блядь, запахал. На тьму. Я пробафал. На сопротивление тьмы. Блять, ну это пиздец, как перебежали. Тёр падает, перебежали. Блять, под хвостом ударил. До него. Декавалить не стоит. Уже нормально. Вот эти пистолеты. Ну здесь, типа, контента пока СРС-ка самая интересная. Эту, ну дальше выноси, выноси прямо к барьеру. И такие метки выносятся строго за спину. Под хвост выносятся метки перед метеором, который... Ну тут сбитые танки. Перебежали. Находят, Перебежали. Лика, заходи. 3, 2, 1, рейд заходит. Рейд становится в ромбик. Мордиген вышел. Мордиген друга вышел. Красавчик. Пови. На нахуй. Ай, блядь, я дал на кусок нахуй. Я не могу нахили это. Давай на хпали попробую. Ну, во тьме? Так его водить кто будет? Надо кто-то, кто будет метку во тьме водить. Я в святом. Нет, в святу понятно, надо метку во тьме, потому что я поднимаю рейд, я смотрю, что там поддиспелить, чтобы танки, когда прошибать, чуть-чуть поднять и... Диман, давай ластра, и если все будет так же хуёво, в принципе, тогда будет рой все. Я туплюсь нахуй тут сам. Я дебил ебаный. У кого ты говоришь хил есть? У Пауэртопала, что ли? Ну у меня он слабый, я не одетый с ним, ничего. Декал, что ли мне? Ты зайдешь, бафнешь этим крестом? Да, зайду. Ну у нас один. Декал один есть. А чё, Диман, всё, откинулся? Да, написал, типа, спать. Блядь. ФК, нахуй, пацаны, ебать. Я тоже своих гильдейских хотел собрать, блядь. Чё-то не было никого. Тоже всё, он вышел уже. 25-ку, говорит, пойдём, ебать. И смысл есть дальше продолжать травить без ДД? Без ДД точно одного нет. Тут смерть одного ДД, это фиаско, блядь.
Да-да-да, у нас просто канал, допустим. А тут у нас, блядь, еще и... Не знаю, трудно, блядь, очень трудно нахиля. Могу же меня спросить, у вас там прист, онлайн, шип в гильдии. Большой прист? Хуяк, аут. Прист. Давайте всем там напарников. Бля, ебать, если у нас ДЦ залетит, это будет такой разъеб просто. Кто приоритетнее, ДЦ? Нам приоритетнее ДЦ, да, и я пойду в сову, блядь, как я и шел. Я смогу нормально метки поводить вам. Не отвлекаюсь на хил вообще. Ну, хилите, анонсите, ну, типа, это такой пиздец, нахуй. Да, ты, блядь, банально, типа, если ты отвлекаешься на что, на смотришь на... Что там на хилбокс, блядь, метка падает, да, да. Блядь. Метка или танк там кто-то отваливается. Поворачиваешься в другую сторону, там, на рейд падает. Есть такая хуйня. Да это 25-ку райлить, это, блядь, захила, да. Это пиздец, нахуй. 25-ку это невозможно. Еще поэтому зачастую это за танковый рейлит. Да. Ну, за танков намного легче рейлит, да? Да. Просто стоишь, чилишь. Да, лучше вообще за ДД нахуй стоять в сторонке, блядь. Ну, кому-нибудь с ретрикой и бушать не кроить. Да, да, 1-2 нажимать, нахуй, даже там панель не смотреть. Не, у меня всегда проблема. Не. Когда я хилю, блядь, и реалию, это пиздец, да. Когда втыкаешь на хилбот, нахуй, я, по сути, типа, не смотришь, блядь. Ну вот сейчас, блядь, последние два трая, это вот ублюдство. Чисто, блядь, проебываешь момент, когда лезвие, когда... Привык, что у тебя ДБМ еще анонсит нормально. Ребят, что у вас есть в гильдии этот ДЦшка? Да какой ДЦшка утро, все спят, блядь. Блядь, ну какой нахуй спать 4.25, ебанули что ли? На туре. Мы уже полтора часа тут. У меня так-то 8.25, нахуй, ну это плохо. Полтора часа на работу. О, ДЦ 265 нашел, ебать. Тактику знает, что делать? В 25-ке было бычки? Но без опыта в РС, но 4Т4. Если в 25-ке бычки не было, нехуй даже брать. Тут это... Будет порнуха еще, будем сидеть учить чувака. А тут сами нихуя не умеем. Ну, ему в этом нет, только тебе взять. С тобой еще... бегать. ШП хочет зайти Эммануэль, ну, такой, плюс-минус знаю, играл с ним. Эммануэль нормально, ШП. Приоритет ДЦ, конечно. Ну, если у него есть ДЦ у Эммануэля, было бы слабо. Так, пойду я покурю, короче, быстро. Заранее, если мы рост делаем, есть интерес завтра потратить? Да без проблем. Окей, я буду ждать этого уведомления в Дискорде. Блядь, я могу на ДЦ зайти, если что. Я тоже могу на ДЦ зайти, блядь. Если что, это Мордзигану напишите, он меня выцепит. Да. Во сколько тратит? Без проблем, в любое время. Я после 4 по Москве дома всю ночь. Мне вообще похуй, главное после 8 или 7. Вечера? Да. Кто что пишет тебе сейчас? Тебя что-то кто-то пишет, ты говоришь сейчас? Короче, написал ДЦ 255, но он был на офе в 2008 году в РСК, блядь. Ой, вот это он. Да, блядь, во тьме сова поводишь его, просто он с меткой будет с тобой двигаться. Ну пускай. Думаю, один трай, блядь, два, он поймется. ШП будем ронять? Бери, не ШП, ДЦ бери. ДЦ брать? Пойду быстро, блядь. Кого во тьму тогда кинешь? Лока, что ли? Да, похуй, на самом деле. Лок, шкаф поставь, пожалуйста. Во тьму. Ну, Лока, хули. Да, ШП и пойдет во тьму. Чё, подхилит?
подхилы. Это же ДЦ. А, ДЦ. Вот он в ДЦ и будет. Цова в свет. Цова в тьму. Я к тому, чтобы Р, блядь, свету лучше нахуй. Ты из тьмы не реснешь нихуя никого. Давай я лучше буду тьму водить дальше. Я надеюсь, вы уже справитесь, конкурент там порулит. Просто не падайте. Дайте ему дискорд. Что там?